Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы словили одного нового покемона. И, ребята, я немножко побывал в шахте и... как бы... нашел себе парочку алмазов, 8 штук я себе нашел. Ну, в принципе, нормально. Опять пропал покемон-босс. Давайте, может, мы еще немножко в шахту спустимся. Вдруг фосил найдем. Ладно, давайте пойдем куда-то вот сюда. Эта дочь уже столько времени идет, что... побежим мы куда-то вот сюда. В пустыню или нет? Давайте вот сюда. Так. Тут у нас кто-то... Да, вот. И побежим мы куда-то вот сюда. Покемоны-боссы. Кто тут есть? Вот, дождь уже прекратился. Так. Идем и дальше. Кто тут есть? Есть. Никого тут толком нету. Так что давайте мы опять, наверное, куда-то на наш, вот на тот остров пойдем, где нормально так качаться. Только я уже не помню, где он. Вот он. Так. Ну тут, в принципе, всегда большие уровни, поэтому тут можно и нормально прокачаться. Ух, да, не тебя я хотел кинуть. Ну как бы... тобой драться. Ну, в принципе, ты тоже нормальный такой уровень, поэтому... и тебе прокачаться тоже нужно. Так, отлично. Давай тебя сейчас... убьем. Ну, может, Мьюту... Вот, что-то залагало опять. Так, ты какой уровень? 26-й? Ну, в принципе, нормально. Сейчас мы быстренько... быстренько... поубиваем. Ну, поубиваем, не поубиваем. О, так, все. Пойдем... О, покемон-босс! Покемон-босс, только... только не летающий, пожалуйста. Вот он. Ух... вот, капут. Ты громила? А, ты с другим дерешься там, да? Ладно. Псайдаки нет, не нужны пока что. Кто тут у нас есть еще? Сейчас мы кого-то поищем. Вот Лайрон. Или кто это там. Большой уровень всегда. Да. Так что можно на нем и прокачаться нормально. Отлично. Так. Можно, наверное, уже идти вылечить Мьюту, так как атаки уже потихоньку кончаются. Или еще, например, пойти куда-то вот сюда. О, тут еще какой-то остров есть. А, ну тут никого нету. Никто что-то не спанится. Давайте пойдем еще куда-то вот сюда. Тут вода, чтобы не убиться. Давайте сюда, например. Ну. Ну. Так, заспавнились. Тут никого нету, так что пойдем мы вот сюда, например.
Ну, ты пехайся уже. Вот. Чё-то... О, шахты, шахты, шахты. Есть тут кто-то? Ну, в принципе, на этих тоже можно нормально прокачаться. Сейчас вот только что-то... Ладно, идем мы вот сюда. Ну, ты ж... Так, вот, большие уровни. Ну иди ты сюда, твою ж. О, покемон босс. Где у нас там? Вот он. Так. Ух, ни хрена себе, что-то он. У нас даже атак на него не хватит. Ни хрена себе. Что-то он нереально какой-то... Сильный? Вот еще это есть. И сейчас никакой нету. Это что-то делает, но... Ладно. А, ну, в принципе, убили мы его. Так, вот, нормальный сейчас атаки. Вот эту можно. Так, отлично. Ох ты ж, только вот сейчас атак нету, поэтому, может, мы убежим. Да, убили мы его, отлично. О, там еще один покемон босс, но вот только как мы его убьем, это вопрос. Ух ты, это что такое? Ладно. Так, он еще там или нет? Вроде да. Тут где-то или нет? Да нет. Не, ну в принципе шахта какая-то есть, да? Он нет, он тут еще. Вот нет, не этот. Не вот этот. Вот он. Ух ты, большой уровень. А, убили мы его. Отлично. Так, ребята. Или мы идем еще в шахту куда-то снизу. Посмотрим. Вдруг там что-то и будет. Вот. Гравий. Нет, ну гравий то есть 100%. А вот... Фосил... Так, немножко мы прокопаемся. Так, тут у нас что-то да есть. Какая высота? О, шахты, шахты. Фиг его знает, идти туда или нет. Не, ну в принципе сейчас тут куча гравия, поэтому можно осмотреться, посмотреть что и как. Вот тут еще. Так, гравий, смотрим, ребята. Какая высота? Фу, чуть опять не упал. У меня такое чувство, что я тут уже был. Или нет? Нет, да как я тут мог быть? Так. Гравий. Главное сейчас никуда не свалиться так. Ух, туда я что-то не хочу идти. Пойдем вот сюда. Может, и алмазы найдем, если найдем. Так, откуда мы вообще пришли? Отсюда?
Мне показалось, или я фосил видел. Так, как-то краешком глаза. Или это у меня уже какие-то глюки немножко пошли? Нет, наверное, мне просто показалось. Но я как-то вот так резко повернулся, и мне что-то показалось, что тут где-то фосил. Нет, ну, в принципе, 100%, наверное, показалось, но... Так, тут у нас тоже что-то есть. Там у нас алмазы, ребята. Сейчас мы будем туда как-то пробираться. Фиг его знает как. Ну, в принципе, как мы туда будем пробираться? Вот так. Главное, шифт случайно не отпустить. Вот так. И вот так. Нет, там... Ух ты, сколько тут алмазов. Уй. Нет. Так. Во, ух ты, сколько. Уже 21 алмаз. Но не считая то, что у меня 8 было, да? Ну, как бы я еще немножко себе добыл. Там у нас покемон босс есть, но... Наверное, не буду я туда идти. Так, алмазы, алмазы, алмазы. Тут еще куча гравия. Так, тут у нас ничего нету. Там у нас... Вот мы отсюда пришли. Ух ты, ни хрена себе. Идем мы вот сюда. О, еще два алмаза. Так. Ой, чуть-чуть. Вот. Там у нас есть, там у нас есть, а тут у нас будет что-то. Тут у нас, в принципе, есть фосил. Гравий. Какой нафиг фосил? Так, спускаемся. Плывем. Плывем. Вот, давай, забирайся. Отлично. Тут давайте еще тут, ребята, проверим, что тут у нас есть. Там тоже куча гравия. Любой как бы фосил, да, нужно найти, так как мы сможем его поменять. Но вот как бы фосил это же фосил, да, не так легко его и найти. Поэтому сейчас мы хотя бы попытаемся что-то. Может, да тут и будет. Так, тут у нас что-то есть, да? Не, ну, суть в том, что да, что-то есть, но как бы дальше дальше идем сюда. Тут еще у нас куча. Куча гравия. Тут у нас, алмазики. Тут у нас алмазы. 30 алмазов, ребята. Уже. Да, это кирка. Тут у нас нет ничего. Идем мы вот сюда. Главное никуда не шлепнуться. Вот так, аккуратненько, аккуратненько. Хотя бы пытаемся. Тут у нас что-то. Нет, там нифига нету. Ну, в принципе, есть гравий, но туда пробираться не хочу, и опасно, и не суть, что там будет фосил. Нет, ну, конечно, может быть, но тут гравий. Ух ты, опять чуть не шлепнулся. Так, ну там у нас ничего нету. В принципе, может и быть что-то и быть, да, но тут у нас... Ух, какие всякие... Так, только не нападай, хотел сказать, твою мать. Ух ты, одно XP. Генгар. Не, ну это такая, как бы, ребят, мы в шахте немножко посидим,
как бы иногда можно, да? Ну, даже то, что мы нашли уже себе просто кучу алмазов, это уже офигенно. В принципе, всегда можно что-то потратить, алмазы, да? На то же Раркенди, да? Если нужно будет там закупиться Раркенди, чтобы прокачать более-менее наших покемонов, да? А, в принципе, тут уже шахты как бы кончаются, уже нету каких-то больших развилок. Не, ну как бы развилок до хренище. Но все они ведут куда-то в одно место, поэтому... Поэтому давайте опять сюда сбегаем. Вот так вот тут у нас... Может, да что-то и будет. Ну, как бы там, да, можно, наверное, подняться наверх, но не хочу я туда наверх подниматься. Фу, ребята, куда бы нам сейчас пойти? Может, вот сюда куда-то? Может, какой-то там еще дальше проход будет? Какое-то другое место, твою ж. Так, так и вот так. Сейчас опять через гравий можно посмотреть. Да, в принципе, и там есть гравий, поэтому можно и сюда спуститься как-то тихонечко. Нет, тут нету ничего. Так что поднимаемся мы. Вот так. Тут у нас как бы там есть что-то. Так, тут у нас гравий, тут у нас нет ничего, тут гравий, и тут как бы тоже ничего нету. Идем мы дальше. Там еще один покемон босс я вижу. Так, гравий, фосил. Нет, тут у нас тоже тупик уже какой-то, или нет? Или есть куда-то еще дальше дорога? Нет, не думаю. Ну, может, если, конечно, мы так будем копать, то что-то и найдем. Или лаву, или еще какую-нибудь пещеру. Так, какая высота? 10-я. Поэтому вряд ли тут уже будет какая-нибудь пещера. Не, ну, может быть, но... Ну да. Так, ребята, давайте, наверное, все-таки выбираться отсюда. Нашли мы кучу алмазов, ребята, и это офигенно. Так как с помощью этих алмазов можно и просто-напросто офигенно закупиться. Мы нашли 30 алмазов, за эти 30 алмазов можно и вот сейчас, например, Раркенди купить. Огромное количество, мне так кажется. О, вот этого покемона я хочу, вот этого я покемона хочу. Но вот главное сейчас, давайте мы, наверное... Попытаемся убить вот этого. Попытаемся. Ух. Фиг, мы его убьем. Загипнозится или нет? Ни хрена себе загипнозился. Так. Не очень какой-то. Вот этот покемон просто нереально сильный. И мы от него не убежим никак. Наверное, я сейчас попытаюсь вылечиться. Ну, как бы... Ну, убегай ты уже. Вот. Давайте так, поки. Хил. И иди сюда. Ух, вы ж... Вот сейчас мы тебя, нашим Мьюту. Так, ну, в принципе, ничего толкового не выпало, и но зато вот тот покемон пропал. Ладно. Так, идем еще, наверное, вот сюда. Тут кто-то есть или нет? Не, ну есть, да, кто-то, но то, что он под землей где-то, это не очень.
Чувствую, Мэш, чувствую, что сейчас... Ну, в принципе, хотя бы попытаемся. Да, кто-то, как бы пещера есть какая-то, но покемона, походу, уже нету. Или есть? Да нет, есть он там. Где-то. Где-то да есть, но хрен, уже нет. Ладно. Так, давайте еще, наверное, вот тут в шахту пойдем, ребята. Да-да-да, шахта, ну как бы... Шахта это шахта. Всегда можно найти алмазы. Так, что-то как-то... Изумруд. Нет, изумруд нам не нужен. 31 высота. Может куда-то пониже спуститься. Так, гравий. Ребят, это такая небольшая шахту серия. Как бы мы немножко в шахте, да, побудем. Уже побыли, ну как бы... Если сейчас что-то еще найдем, то еще побудем. Но туда я не имею желания рыться, поэтому давайте, может, сюда немножко. Попытаемся что-то найти. Так, какая высота? Нет, там уже вряд ли что-то будет. Ну да. Так, ребята, сейчас мы уже идем домой. Побыли мы немножко в шахте, на немножко ресурсов себе нашли. Так, что-то как-то... Где наш дом? Вот эта карта уже просто большая, а вот он тут. Так, там еще покемон босс, или он тоже в земле? Да не ты. Вот он. Давай, иди сюда. Так, отлично. Чё там? Ух. Вот. Так, ребята. Мьюту уже 91 уровень. Алмазы, алмазы, алмазы. И вот так. 60 алмазов, ребята, у нас уже есть. И, наверное, в следующем эпизоде я куплю себе небольшое такое количество Rare Candy, чтобы уже прокачать Драгонера, Литвика, Шелгона, Желтика. Может, Мьюту уже даже прокачаем до 100 уровня, или, не знаю, посмотрим. В принципе, сейчас, ребят, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.